Вот моя малая родина, это село Овощи Туркменского района, вот там на востоке. И я решил, захотелось мне сочинить песню о моем родном селе. Мы нашли композитора. Композитор Ставропольский, Валерий Сергеевич Кушнарев, наверное, многие его знают. Слова к этой песне написал Владимир Сергеевич Авдеев, наверное, тоже многие его знают. Он сейчас в Михайловске живет, знаете, да? Здесь уже живет? Хорошо, замечательно. И вот они написали такую песню, мы ее, так сказать, ну, обработали для себя, сделали оркестровку, хоровую аранжировку. И вот скоро мы подарим эту песню в селу по предназначению. Но вот сегодня я сомневался включать ее. Мы решили, вот тут зритель, сколько не репетирую в репетиционном классе, это все, а вот когда концерт, вот там все происходит, последняя доводка. Вот вы первый слушатель сегодня. Оцените ее, пожалуйста. Называется она «Там, где степь, ковыльная шумит». Запевает Виталий Чумаченко. Итак, премьера песни. Прошу вас. Великая святая!
Рай!